Всем привет! Покажу шикарный вариант завтрака, когда хочется удивить семью чем-то новеньким. При этом на готовку уйдет не больше 10 минут и делается все из очень доступных ингредиентов. Для начала быстренько подготовим основные ингредиенты. Нарезаем небольшой кусочек ветчины или вареной колбасы, буквально грамм 150-200. Этого хватит на 2-3 порции. Можно использовать сосиски, карбонат, грудинку или, допустим, копченую магазинную курицу. Еще берем несколько маринованных огурчиков или корнишоны и просто режем каждый пополам. Натираем грамм 150 сыра. По сути все, мы справились за считанные минуты. Остается только собрать завтрак. Сковородку ставим на огонь и смазываем растительным маслом. Его нужно совсем немного. Застилаем листом лаваша так, чтобы по краям получились бортики. Разбиваем в центр 3 яйца, подсаливаем и перемешиваем. Так у нас будет однородная яичная основа. Сверху посыпаем ее сыром. Берем примерно треть от того, что мы натерли. Поверх укладываем ветчину. И хаотично раскладываем огурчики. Хотите, вместо них можно использовать свежие помидоры или вяленые томаты. Но с огурчиками получается более интересный вкус. Сверху еще посыпаем сыром, при этом оставляем совсем немножечко на потом. Чуть позже покажу для чего. Сворачиваем лаваш, чтобы получился вот такой большой конвертик. Придавливаем края и жарим буквально пару минут на среднем огне под крышкой. Как только низ подрумянится, переворачиваем на другой бок. Посыпаем остатками сыра и снова жарим пару минут под крышкой. И вуаля, завтрак готов! У нас получается вот такой аппетитный румяный конвертик с хрустящим поджаренным лавашом и очень сытной сочной начинкой. Огурчики прекрасно сочетаются с ветчиной и сыром. Такой завтрак точно порадует всю семью. Заранее вам приятного аппетита!